Щось подібне до пончиків готували ще стародавні римляни і називали її глобул – кульки, змащені медом і посипані зверху маком. Приблизно 1200 року в монастирському меню випічка, смажена у фритюрі, називалася крафун. Її пропонували у піст як святкову страву. Ось приблизно звідси і бере свій початок – цей солодкий, пухлий бублик. Кожна країна має свою історію, пов'язану з цією стравою. Американці, наприклад, від 1938-го святкують День пончика в першу п'ятницю червня на честь дівчат, які розносили пончики солдатам. А 27 жовтня 1941 року на великих пончикових дебатах суд ухвалив, що дірку для пончика винайшов у 1847-му 15-річний Хенсон Грегорі зі штату Мен. Питання спірне. Здається, патент на дірки ще не видають. Але, напевно, після цього випадку навіть дірки в Америці треба патентувати. За допомогою пончиків можна і схуднути. Американський професор дієтології Марк Хауба позбавився за 10 тижнів 12 кілограмів, харчуючись печивом, чіпсами і пончиками. Вчений придумав дієту Twinkie Diet, до якої входили хот-доги, тістечка, кекси, арахісове масло та інші продукти з поганою репутацією. Він дотримувався цього раціону протягом місяця і за цей час схуд на 4 кілограми. Не варто думати, якщо харчуватися лише такими продуктами, ви схуднете. Професор просто зменшив споживання калорій до 1800 на день. Не можна згадати і про той стереотип, що пончики є улюбленими ласощами поліції. Простовувати це не має сенсу, оскільки в кафе до останнього клієнта в Америці завжди підкріплювалися люди з охорони правопорядку, де могли плюс до всього присісти. Знаючи, наскільки солодким та смачним може бути пончик, можна припустити, що українська поліція також не проти ласувати цим видом випічки. Можна назвати безліч видів пончиків, наприклад, у формі ляльки воду чи з чудернацькою начинкою у вигляді бекону, але не секрет, що ці ласощі полюбляє майже кожен, будь це донат американський чи пампушка українська. Але пам'ятайте, що це в першу чергу фастфуд, причому далеко не корисний через надмірну кількість жиру, цукру та просто тому, що це тісто, якому не зрадіє ваша печінка. Так що не відмовляйтеся зовсім, але смакуйте в міру. Що ж, друзі, ми повертаємося до студії і хочемо вже представити нашу гостю. Яку сьогодні до нас завітала кондитер Юлія Сашенко. Вітаємо вас. Да, добрий день. Ну що ж, я смотрю, кондитер прийшов і зразу сладості появились на столах. У нас вот такі замечательные пироженки. Хотілося б узнати, як вони називаються і з чого вони ж там. Да, це мусове пирожне. Це последняя тенденція в кондитерському мірі. Буквально последніх, там, скажем так, 2 года вони появились на Україні. Раньше это, естественно, придумали французы. Французы – самые замечательные кондитеры в мире. В Испании, в Италии тоже уже частично… То есть Европу это уже захватило? Конечно, уже да. И Украину так же, как и ее центр. Эклеры, пирожные, макарон всем известные. Угу. Никто к ним не остается спокойным и равнодушным. Ключка, а как же вас захватила кулинария именно кондитерская? Я даже не могу сказать. Готовить я как бы всегда любила, но при всем при этом… Ну, сказать, что я там мечтала быть кондитером, нет. Однажды я заехала, скажем, в очень раскрученную кофейню в нашем городе и купила там эклер своему ребенку, который оказался с испорченным кремом внутри. И после этого у меня ребенок очень большая сладкоежка. И после этого я как-то увлеклась одним, другим. Затем стала ездить на курсы в Одессу, в Киев, познакомилась со многими кондитерами, шефами. И это меня захватило. Я теперь живу этим, мне это нравится, я этим дышу. Стараюсь развиваться и так далее. А, то есть каких-то пристрастий не было раньше там при выборе мяса или все-таки сладости? Нет, нет, абсолютно. Все для того, чтобы обезопасить своего ребенка. Да, чисто из таких вот убеждений, чтобы ребенок кушал домашнее, полезное. И опять-таки я работаю. Чтобы мама точно знала, что там все хорошо. Да, у меня просто ребенок аллергетик, поэтому я вот, мне приходилось так делать. Купить и угостить было сложно. Теперь я понимаю, что на собственном опыте вы знаете, что такое полезные сладости, да, которые конечно. Не вредят детям, которые есть полезные да. и для взрослых. А есть таких сладостей вы сегодня будете презентовать в нашей студии? Да, сегодня я хочу приготовить, поделиться с вами рецептом чиа-пудинга, который, скажем так, на сегодняшний день у нас большая мода, да, все следят за своим питанием, правильно питаются, следят за телом, занимаются спортом и так далее.
Вот, поэтому очень многие люди сейчас завтракают именно чиа-пудингами. Почему? Потому что в этих семенах, вот как они выглядят, в них содержится безумное количество витаминов и минералов, скажем так, вся таблица Менделеева в них. В них больше омега-кислот, фосфора, чем в рыбе, допустим. А что это вообще за семена? Это семена, они появились... Скажем так, у нас в Украине они совсем недавно, но в Индии давным-давно люди еще, когда много веков назад, собирали эти семена и питались с ними, потому что это очень полезно. Вот люди, у которых проблемы с желудком, это очень полезно. Они эти семена впитывают в себя жидкости больше в 6 раз, чем вот любые другие там семена, каши и так далее. Угу. Очищают наш желудок, помогают людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Спортсмены очень активно поедают его. Почему? Потому что в нем много витаминов, минералов, дают заряда много. То есть они там поднимают вес и так далее, тяжелые, бегают много, много сил, бодрости. Единственное, кому нельзя, это девушкам, которые находятся в положении, ждут детей. Угу. И детям нельзя злоупотреблять таким десертом. Если хотите, давайте я вам расскажу, как такой десерт приготовить. Да, думаю, да, давайте, интересно. Без проблем. Да. Значит, нам понадобится 3,5 ложки семян чиа. То есть их они называются чиа? Да, семена вот. Чиа. Чему в Николаеве их можно купить. У нас есть несколько называются? Магазинов здорового питания, и в них представлен. Вот на Садовой точно знаю. Есть не реклама, но точно я там брала просто. Вот. 3,5 ложечки семян чиа, да. Угу. Нам понадобится. Все, теперь смотрите. Раскрыть секрет, почему чиа пудинг. Да, смотрите. Очень много спортсмены, когда хотят покушать этот десерт, они пользуются заменителем сахара, то есть стевия, либо там разные таблетки, есть что угодно. Вот, мы положим обычный сахар, потому что мы не спортсмены. Нам можно. Да. На 3,5 столовых ложки семян чиа нужно 1,5 столовых ложки сахара, но это будет очень сладенько. Кто не любит, очень сладенько, да, можно поменьше положить. А если кто-то не любит сахар, можно готовить без сахара? Можно без сахара, да. Натурально. Будет абсолютно, можно даже с водой это употреблять. Вот спортсмены, которые находятся на сушке, готовятся к соревнованиям, они вообще с водой это употребляют. Ванилина немножко. Угу. Вот, и опять-таки на любителя. Можно и корицу положить, и что угодно. То есть вот. Специи любые. Да, любые. Кому что нравится. Кому что нравится, кому что подходит. Вот вообще, если без сахара, какой у него будет вкус? Вот эта масса должна настояться там 10-12 часов, и оно такое приобретает вязкая масса получается. Угу. Вот оно с ложки будет так стекать сложно, как желе такое. То есть такая будет хорошая, да. Такая, да. Гуще, чем кисель, да. Так, берем молоко. Да, берем молоко. Обычное спортсменам, опять-таки, обезжиренное. Можно кокосовое молоко использовать, угу. Но это на любителя. Вот, мы кладем... Но здесь у нас вот 2,5% жира. Да, да, то есть... это такое хорошее молочко, скажем так. Вот, заливаем. Один стакан молока заливаем и хорошо размешиваем. Угу. Вот, теперь нам нужно оставить эту массу, чтобы она постояла полчаса, допустим. Угу. Минут 20. Зачем? Для того, чтобы семена не сбились в кучу. Вот, и для того, чтобы все равномерно смешалось. Угу. Оно это постоит, и они уже начнут отдавать немного свою вязкость, да? Угу. Так как у нас столько времени нету, мы изначально хорошо размешаем. И добавим остальную часть. Вот на 3,5 ложки семян чиа, 1,5 сахара и 1,5 стакана молока. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть полстаканчика мы еще добавляем после того, как да, после того, когда мы все смешали. Через полчаса, минут 20 даже будет достаточно. Эти семена невероятно впитывают. Я раньше думал, что только рис может впитывать так влагу. Вот могу показать вам готовый результат. Вот. То есть оно это стоит. Невероятно. Они да. Сейчас просто там, чтобы зрители понимали, я думаю, давайте мы чуть-чуть да. приподнимем, давайте. Покажем. Чтобы вы понимали, там практически одна жидкость. То есть... Молочко с семечками. Да, и с семечками. Но потом будет просто семечки, вот видите. Будет просто вот как такой густой-густой кисель. Я в шоке, конечно. Да. Я смотрю, что у вас с фруктовой еще какой-то начинок. Да, я сверху делаю клубничное какое-то конфитюр. Либо, если есть там очень вкусно, я люблю с пюре манго. Пюре манго я покупала. И сверху кладу себе, вот делаю на завтрак себе там в тарелочку чиа-пудинг и добавляю пюре манго. Это безумно вкусно. И можно вообще не ложить сахар, так как манго сам по себе фрукт сладенький, скажем так. И в Киеве, в Одессе, во всех отелях, ресторанах на данный момент
значит, греческий йогурт домашний, именно козий греческий домашний йогурт. Mm-hmm. И чиа-пудинг – это самое популярное завтраки. Скажем так, вот в такую расфасовку, как наполнять? Подождать, когда оно будет вязкое, смотрите, и наполнить? Смотрите, да, или... нам нужно подождать. Если мы сейчас перельем в стаканы, да, mm-hmm. то количество семян будет, ну, неравномерно распределение. Mm-hmm. Вот мы перемешали, да, и накрываем пленкой в контакт. То есть не просто мы тарелочку накрыли, а чтобы пленка легла на поверхность жидкости. Накрываем и ставим в холодильник. Лучше это делать вечером. Вот вы вечером сделали, в холодильник поставили. С утра ваш чиа-пудинг готов к употреблению. Вы насыпаете либо в стакан, либо в тарелку. Я принесла в стакане, так как, ну, в тарелке не очень удобно нести. Вот, вы можете пересыпать в тарелку, в мисочку, в пиалу. Ну, вполне удобно, например, взять с собой на работу. Это либо, очень удобно. Да, ребенку дать школу. Перекус, да. Да, очень удобно в этом стакане с купольной крышкой. Вот, и абсолютно, вот с такой вот, получается, с такой порции у нас получится полтора вот таких вот стакана. В каждом стакане 250 миллилитров, полторы порции получится пудинга. Угу. Вот с такой пропорцией, как я вам дала. Хочется сказать, что очень несложно сделать такой полезный себе десерт. Да, самое главное найти вот эти семена и, конечно же, просто приготовить. Их очень много предложений существует в интернете, но не все они качественные. Лучше не брать дешевые, а брать средний такой сегмент, ценовая политика 400 гривен килограмм. Но этого килограмма одному человеку хватит на очень долго. Поэтому вы видите, расход их не особо большой идет, но это... очень вкусно. Так, это один из вариантов, как на минимальную зарплату прожить. Покупать семена чиа и делать из них еду. Ну что ж, вот такой вариант. У меня еще осталось несколько вопросов по поводу вот этих кондитерских изделий. Что и как мы делаем, потому что у них разная, вот я смотрю, поверхность. Одни глянцевые, а вторые так вот матовые. Да, глянцевые, это называется зеркальная глазурь. Эта глазурь готовится абсолютно из всех натуральных ингредиентов. Греется до определенной температуры, потом выстаивается в холодильнике, а потом достаем пирожное, все муссовые пирожные покрываются в замороженном виде. То есть, почему один цветочек, другой такая, скажем, полусферка, да? Почему? Потому что есть определенная форма силиконовая, в которую это заливается пирожное, оно замораживается, потом замороженное мы достаем, покрываем зеркальной глазурью. И в итоге получаем вот такой десерт, который должен постоять у нас, оттаять, и готов к употреблению. Внутри, значит, в нем содержится бисквит, допустим, ягодная, может быть, желейная прослойка, там мы даже можем, если... можем разрезать, посмотреть. Я думаю, что разрежем потом, потому что пальцем уже будет сложновато сейчас это делать. Можем ложкой, если будет не очень красиво. И вот этот вариант, еще один. Это называется велюровое покрытие. Велюр – это смешанное какао-масло с белым шоколадом. Подкрашивается красителем. Красители, естественно, жирорастворимые, хорошие должны быть для того, чтобы цвет был ярким и привлекательным. Абсолютно не вредно, абсолютно вкусно. И вы видите, такое интересное, оно дает такую шероховатую, вообще это называется велюр, шероховатая поверхность. По-моему, очень симпатично. У меня просто были идеи, что одно делается, это сверху поливается глазурью, а одно заливается в формочку. И, соответственно, когда вытягиваешь, получается вот так. Нет, ну, это отдельно. Это были мои фантазии. Да, специально нужен поливилизатор такой, в котором мы смешиваем при определенной температуре какао-масло и шоколад, и распыляем, и получается вот такое пирожное. То есть шоколад коричневый превращается в розовый. Нет, он не коричневый, белый. Белый шоколад превращается в розовый. Везде, и в глазури, и в велюре присутствует только белый шоколад. А меня всегда интересовало, как из коричневого шоколада делать такие цветные. Не, а из коричневого никак мы не сделаем, только темное покрытие. Только из белого добавляем красители. Да, да. Вот так, все секреты практически раскрыли, все сейчас бросятся делать себе и вот такие чиа-пудинги, и вот такие вкусняхи. Ну что ж, мы вам спасибо хотим спасибо сказать вам большое сегодня за секреты. Сегодня к нам в студии была кондитер Юлия Саченко, спасибо, что рассказали, как можно питаться вкусно и очень правильно. Да, спасибо вам большое, всем доброго дня, всего хорошего, была очень рада знакомству с вами. Я думаю, что не последняя встреча в эфире, будем рассказывать про всякие такие вкусняхи.